Сегодня в Тюмени стартовал чемпионат по пожарно-прикладному спорту. Участвуют в нем более 100 человек. Среди гостей – спортсмены из регионов Уральского округа, а также из Пермского края. В первый день соревнований они поднимались на скорость по штурмовой лестнице. Завтра им предстоит преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и боевое развертывание. Уже есть фавориты. Сильные команды участвуют, за победу будут бороться, скорее всего, Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловская область, ну и Немалонецкий автономный округ тоже вероятно. Также сегодня перед началом чемпионата была открыта мемориальная доска памяти тренера Михаила Федорова, который преподавал в этом центре и скончался 15 лет назад. На церемонии открытия присутствовали ученики и сын легендарного наставника. Выдающийся человек в плане тренерской. Мысли два выдающихся ученика, которым он дал путевку в спорт. У них не самые благополучные семьи в тот момент были. И за счет пожарно-прикладного спорта они стали теми, кем они сейчас являются.